Краснодар. Я считаю Краснодар это своим домом. Сколько я проведу в команде, сколько буду полезен ей, я буду все отдавать на поле для этого. И если представится такая возможность завершить карьеру в этом клубе, для меня будет это большая честь. Почему вы уходите из футбольного клуба «Краснодар»? Это вопрос семейный. Мы решили, наши дети должны жить счастливо. И я делаю все возможное для того, чтобы моя семья себя чувствовала хорошо. Трудное было решение, но мы его приняли, и оно таково. Ты уедешь из Краснодара. Что ты будешь вспоминать об этом городе, об этой команде? Для меня это будет тяжело, но Краснодар – это как мой родной город. Примерно уже 7 лет здесь жил. Работа интенсивно с каждым тренером. Именно в футбольный клуб Краснодар, все тренеры, которые были, я сдавал. Я работаю всегда на 100%. Я сожалею о том, что я ухожу, но вы остаетесь родными для меня. Мурат Олегович, а кем вы хотели стать в детстве? Я в детстве очень любил футбол, и моя комната была там полностью в плакатах разных футболистов, командах. Я не пропускал ни одного матча, постоянно пропадал на футбольном поле. И, конечно, я мечтал, чтобы моя профессия была связана с футболом. Конечно, я хотел стать футболистом, но когда понял, что это не получится, я стал тренером. И я думаю, что я счастливый человек, потому что я занимаюсь своим любимым делом и нахожусь в той профессии, которой живу с самого детства. Хотел бы выразить вам большую благодарность за ту поддержку, которую вы оказываете нам в каждом матче. Вы наш 12-й игрок, и очень приятно видеть, как город живет футболом, насколько все люди настроены добродушно, когда кого-то встречаешь на улице или как вы ведете себя на стадионе. Обещаю, что мы будем стараться и впредь радовать вас победами. Хотел бы сказать, что для меня была большая честь работать с Маурисио, с Шарлем. Это два больших футболиста и человека. Я желаю, чтобы их карьера дальше шла вверх. И спасибо за это время, которое мы провели вместе.